Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Если вы еще не подписаны, то скорее подписывайтесь. И сегодня будет дорого дешево опять. Но только сегодня я буду сравнивать кое-что другое. Я буду сравнивать киндер. Дешевый киндер и дорогой. Вот дорогой киндер. Вот он. Киндер-сюрприз. Он стоит 70 рублей. И дешевый киндер Чупа-Чупс стоит где-то 30 рублей. Ну, как-то так. И давайте же будем пробовать. Давайте сначала откроем дешевый. Ну, и будем пробовать. Так, и еще будем сравнивать игрушку. Вообще сказали, что тоже здесь должна быть игрушка. Открываем. Сравниваем. Вот этот круглый, а этот овальный. Здесь вот такой шоколад. Так, открываем. Ой! Да, у нас все поломалось, но игрушку мы достали. Давайте сначала откроем игрушку. Вот, я открыла, это очень трудно. Что здесь? Здесь такая вот штука. И это, здесь походу так делаешь. И типа брелок. Брак, что ли? Подождите. Да, это брелки, но только их надо соединить. Тут просто написано 5 разных цветов. Не знаю, я эту игрушку что-то не поняла. Давайте же пробовать шоколад. Вот кусочек. Ну, так. Мне показалось немножко слишком приторно. И давайте откроем дорогой киндер. Он открывается вот так. Ой! Походу, я просто несла в дороге, он ехал. Поэтому немножко плазит. Но я уже вижу желтую капсулу. Это нам и надо. Тут он распакался. Не обращайте внимания, это просто бабушке моей звонил телефон. Так, вот. Открываем, что же здесь? Тоже что-то желтое. Так, я знаю, у меня такие уже есть в коллекции. Это такая бабочка. Она, я уже, вот, она как-то так собирается. Это типа коробок для волос. Ну, как-то так. Давайте же посмотрим вкладыш. А, мне эти игрушки вот обе не понравились. Потому что этот коробок вообще не помогает. Давайте пробовать шоколад. Ну, это привычный для меня шоколад, а этот мне показался немножко приторный. Ну, очень даже так вкусно. Но игрушки мне как-то обе не понравились, потому что эту я собрать не могу. Ну, как я могу, но это резиночка еще надо делать там. А это, походу, брелок, но только ей надо вот это что-то вдеть. В общем, ничего не понятно. А может эту развязать? Ну, если так, то это лучше, потому что брелок и то понравится. Только это надо как-то сделать так, чтобы оно висело. Ну, кстати, ребят, я сейчас у другой бабушки. Вот, и сейчас я... У бабушки тоже стоит маленькая-маленькая елочка. Вот. Вот так. Ну, вкусный шоколад. Я все-таки за дорогой киндер, но в этом киндере мне понравилась игрушка. Ну, потому что тут хотя бы брелок, нужная вещь. А оболочки у них совсем разные. Ну, мне кажется, это потому что тут киндер-сюрприз, а тут Чупа-Чупс. Ну, Чупа-Чупс это всегда такая... дешевая фирма. Вот. Ну и, ребят, на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я всех очень люблю и увидимся в новых роликах. Пока-пока!